Центр. А где дамаг? Яйцами еще продебафал. Ну, я с самого начала, еще в момент того, как Джин ставился, я уже кидал смайлик и зап. Под себя играет. Один не добил. Мать, где дамаг? На то, что сразу ходит. АБ кинул и все. Пробежка. Аватар сразу. Лучше я его держу. Я ему не даю даже отойти агро по КД и все. Грехан? Ну да, по идее. Лог. Первый джинс. Ты не доктор? Я лучше поводил. Аркаш, Аркаш. Он загрел? Рустем, уйди. Аркаш, он за... Пусть хран тебя... Загрит. Получа. Там еще будешь потом нужен. Меня смущает то, что он пытается агрить. Забей, все нормально, он не бежит. Аркаш, помогай сейчас мне еще с первого матча. После этого стом. Не выйдет.
прыжок. Ну там не надо музыки. Блядь, что он за дерьмо сегодня кастует? Неужели хоть один набил? О, давай еще. Это с портал. Заходим портал. Что у нас? О, без проблем. Я ауру включу даже. Сразу кидать? Да, кидай. А центр отходите. Вань, давай сначала, короче, мы сливаем до половины или до четверти. Все, отлично. Не, она же рандомная цепь, я ничего не сделаю. От центра отходим. О, я по КД кидаю. Кази. Сейчас. Сон давай. Крутится, крутится. А нет. Даже я вылез. Капец, ребята. Че, встаем или дальше? А зачем вставать-то? Че, перезаходим, что ли? Рибаф. От него. Как все-то умерли, мне просто... Не, я-то понял. Да, алло, какие пассивные блоки? Ну что, тут перезаход однозначный. Ну сейчас должно быть побыстрее. Сейчас, блядь. Давай, чего? Все нормально будет. Храна. Прилегли такие. Забываем, каждая смерть — это бесценный опыт. Главное не захлебнуться. Вообще, мне умереть — это крайне сложно тут. Главное, чтобы это был опыт, а не повторение ошибок. Майна, Клайна, кто тут? Гудишь сегодня, Аркаша. Вполне, блядь, если б я был тут зумуна и нормальная сапа, мы бы с тобой раздамаживали, блядь, на визи. У меня только один с собой. Нету. Женщина. Сколько нет? Аркаш, у тебя есть лишний? Найдет. Ну,
Ну давай, подходи. Ну я тоже об этом подумал. Давай, ты меняйся быстрее, без обнимашек. Все. Заходим. Каша, Паша. Не, хочешь своим ходи, хочешь моим, ну, похуй вообще. Мне главное, чтобы мы протащили эту двинь-инжу, где-нибудь сливается балластом. Так как, гармонию сразу или что? Вот есть Ваня. Сможешь первым сразу после шотни? Ну что за да. О, макарос. Пошли. То чувство, когда я первые разы где-то... А, хорошо. Чувство, когда где-то спустя полгода я тут потратил все катализаторы. Все эти баблы. Всегда трачу два или один даже. А тут все... Да, в начале еще вот... Ну, два на крайняк. Обновить просто. Сорян, с Кирем не общаешься. Да, она из трио в последний раз, вот когда мы не прошли, типа начала. Вот гриф петух. Знал же, что сказал, успокойся, мы пройдем, сказал. Я и говорю, типа, мы пройдем, успокойся. Тогда я еще не знал то, что вы будете свободны. Свобода! Не, она там начала сразу типа, ой, все, разбираем жу, все нахуй мне не играет. Завали ебало. Я сказал, завали ебало просто. Заткнись, я сделаю так, что мы соберем тебя. Даже хотя бы эти две пуки дособерем. Ну, я того же мнения. Паш, накинешь. Все, здесь пробежка на 6. План, Таня. Зап есть. Смотри, все есть. Только не говори то, что я натиском добил. Плотненько. Это еще не плотненько, это было хорошо. Я просто побоялся, что он часами замучает. Секунды добить. Я тоже про часы, с часами боялся, что он сейчас зарядит, пипец. И ну баба лакит. Зарядит, разбежали. Угу. Mm-hmm.
Ванис, что бери тогда справа от пушки, Аркаш у нас сейчас лежит. Все, тогда ладно, я тебя понял. Их. Херан, что думал, кидает? По поводу сфер? Ой. Выбило текстуру. Пусть полагрит. Сейчас перезайду. Я видел ХБДН, не сильно как бы интересуюсь. ХРДН еще ладно, а вот ХБДН. Угу. Аркаш. Что-то первый раз такой баг вижу. Если включаю блоки, он меня бьет, и хуяк, я в другом месте. Псы добежали. Подхил. Угу. Паша. Портал заходим. Захожу. Где Ваня, говоришь, видео? А чё там? А, на ютубе? Не, все кидают. Когда кидать гармонию? Нет, когда кидать джингл. Сейчас. Рано. Скорее всего... А вы обливались? Он после пола, скорее всего, мне кажется, костанет этот скилл, где этот, сбивание всех бафов. Да и к тому же сейчас механика будет. Вот. Давай. Стоп, прыжок. От центра. Вливать Moonblade Dance без дебафа. Босс. Центра. Открылась усом? Да. Крутится. Бля. Это что он делает? Так, кидай. Да. Смотришь. Не успел.
хотел метеором застрелить. Серёга, ближе к дракону. Навесишься. Бля, я был... Нет, танцы КД 50 секунд. Угу. После второй полоски. Фу, после механики баррикад. Или они будут здесь ребафаться. Гармония есть. Они стоят ребафаются? Угу. Джин тоже, а танцев нет. Ой, блядь, я баблы въебал. Отлично. Я первую сферу беру, вторую берет Паша, третью берет. Третью Ваня. Четвертую Аркаш. Прекрасные скиллы. Десять секунд. Баррикада. На той стороне туда. Проебусь. Тусон, Таня. Разрывает. Каш хран возьмет на себя, ты помогать нам будешь. Аркаш, если видишь, что моб какой-то выбежал на другую сторону от тебя, а ты типа не встает на себе. Или не встает, типа на херманы. У него хп и защита побольше. Угу. Ну и Паша. Паша ужин. Спайки. О, на, нахуя ты агришь? Каш. Извините, как ты сами за мной бегут? Они тебя запомнят с прошлого захода. Ха-ха-ха, очень смешно. Сейчас будет полно. Нихуя он макросит какую-то хуйню. Уже две волны прошли так. Это пиздец какой-то, он ДЦП. Встреча. Пайки. По лужам. I like it. Кровавый дма. Я HR часов кинул. Отлично.
бафы. Скажешь, когда вставать? Угу. А ты еще можешь? Угу. Да? Вставай сейчас. Понятно. Надо было на самом драконе вставать. На 12. Ну да, поздно уже. Чпонь, бля. Ну часовой. Не, Паша. Сок есть, я встану. Угу. Я тоже встану. Специально сдохла, чтобы ты не помер. Ты замерз, сам помер. Вылетел. Я немножко не успел со всеми. Наружу. Понятно. Нет, не надо резать. Ау. Я думаю, не надо. Пока. Все, он улетел. Свобода! Ты забираешь хран второго. Поперу. Уверен. Бля, я только не говорю, что ты. Можно мне первого забрать. Тогда я могу. Угу. В следующий раз уже. Так, мобов подамажишь, я, короче, буду палаща подбивать. Думаю, у меня хватит дамага. Да, у меня хватит дамага. Ой, нормально. Ждем фанатика. Золотой за спиной. Добивай палач. Фанатик в ауре. Ваня. Паш, забери фанатика. Да я-то знаю, что ты его не... Я попробую. Вытащили фанатика из ауры? Нет. Двое на мне. Лёд накинули. Бля, сало. Всё, фанатик ушёл. Червач обоих. Угу. Немота. Ну я пока держу на себе. Давай, родной, ну почти добить. Убейте хоть чем-нибудь его. Сейчас все будет. Сало собьют. Все ушло. Все. Фанатик. И сало, все. Ай, блядь, и сало. It's GG, man. Уже за пати, блядь. Отлично, я на 5 минут. Блять, я аутист, блядь, еще пишет какую-то дичь. Господи, блядь. Сколько 5 минут? Мобов. Мобов. Мы обос... Да, я тебя понял. Нашли из-за того, что мобов не вообще не раздамажили, а потому что я сказал тебе на первого взять, потому что у нас Инк всегда первого брал. А прикинь, тебя Инка
Был бы какой-то бесполезный инк. Угу. Мне просто, знаешь, вот просто вот внуши себе, вот подсознательно вообще, блин, я не могу вообще как бы этот сопоставить инка, как реально вот такого сильного ДД, но так как у нас ты, инк, это как бы должно быть так, да. Ты должен помогать, боф и палача, но я уже получается этот машинально тебе сказал. А сюда, инк. Вместо пилигрима джиггернаута? Ну не легче, что там кто-нибудь там другой будет первого забирать, нет? Угу, сейчас понял. Миш, у тебя одна попытка пройти ХПД, но потом я иду, все. У нас вот, да, одна попытка сейчас. Стань, ты здесь? Да, да, я здесь. 2 минуты. Аркаш у нас пока отошел. Ну ты куда? Жди. Хорошо. А, тут ни у кого даже пух ХБДН нет. Блин, тоже хочу жилетку красного на плюс 10. Таня. Да. Два кольца на Тане цвета укали. Блин. Как ты тут уходишь, блядь? Аркаш, ты здесь? Еще нету. А, что за несправедливость? Мои сандали на плюс 8 дают мне максимум за 18 тысяч, ну, 19. Охрана. Где? Где? Одна основа и... 8к. Чё-то как-то... Потому что это охрана. Потому что это клирик. Клирикам больше всех опадает. Пиздец. Приятно, Миша. Спасибо. О, скилл бежал. Если что-то, что-то нужно, я, блин, я как дурак. Всякую хрень. Как обычно, глюкозой восстанавливаю. Бля, был бы у меня домашний хран, я бы с тобой домашил. Я любимый сгущенкой. Может, за лоу хейта зайти? Показать батю. Приезжай, у меня две упаковки лежит. Никто не ест. Спасибо, у меня тоже есть. Я, кстати, тоже хочу своего медиума в ДД одевать потом. Месяца через два, может три. Во что? В ДД. В ДД? Да. Послушай, в ПД. Ну, медиум без ПД это не ДД. Ну, да. Ты ПД себе будешь собирать? Да, буду. Молодой. Удачи. А точно последний раз? А точно последний раз? Блин,
чё он опять пьет сегодня? Что ж такое-то? Татарин. Тань. Сука, татарин. Либо заблокируй вход в вообще вот эту комнату, либо не знаю, что другое сделать, потому что это уже какой раз повторяется. Робот татарин. Мешает. Либо на время сними статус админа. Мешать тебе. Есть другой способ. Просто забудьте на время его и все, и будет сложно. Чем тут Груз аргументировал то, что у него талик на инту не стоит первой ячейки? Ты понимаешь это или нет? Я понимаю, тебе скучно, но чем не надо этот Груз аргументировал то, что у него не стоит талик на инту в первой ячейке? Почему он себе не хочет купить костюм аргента и с этими пушками застакать? Он не в адеквате уже, он уже насосался как палка. Мут-мутом, а вы тоже это все слышите. Я стараюсь, чтобы этот, у вас тоже было все нормально. Поэтому и делаю так. А мне все равно. Свобода! Mm-hmm. Мешает. Честно, лично для меня... Молот правосудия, удар молнии, небесный разряд, электрический удар. Я говорю, мне не мешает. А как же СП? Нет, допустим, по два молока. А, у него серьги электрический удар на выносливость. Хорошо. Говори, что ты хочешь команды какие-то давать. Бля. Не, ну, почему ты хочешь стать храном? Когда не стало ни сего, врывается в комнату, начинает музыку включать. Ну, как-то не очень. Да ему насрать уже. Да ему насрать, он уже все, не в адеквате. Если я сейчас прочитаю, что тут мне написал, я даже не понимаю вообще, что он мне написал. Ты что-то писал? Да. Он мне в этом, в РК писал, в личку. Я вообще не понимаю, что он мне там пишет. Кошку кормит. Видно мои ложечки. Так, как все будем тогда поступать? Ну что, Паша, главное сбрать яйцо. Паша, ты сможешь, да, Вера? Думаю, если Пилигрим будет живой, то лучше ему взять. Слышишь, Серег? Да. Можешь взять яйцо? Кого именно? Еписи? Да. Да. Давай. Блин, если Пилигрим умрет, то аляма хп я смогу взять этого епископа. Ну, короче, вот вы втроем берете Паша, Пилигрим, Серега и Тирусон. Если только один из вас берет, то остальным помогаете подхиливать и саппортить. Паша кидает лужу, как обычно, и инъекцию. Не забывает про коктейль. Ну, вот это я хильнул. Годные идеи от Дока. Можно напишу, что хран разбивает палача? Это будет остроумно. Ну, я в тебя никогда не сомневался, потому что ты сможешь разбить. Будет жить все после этого. Ну чё, обсуждаем кому что не нравится? А, Каш, ты шоу, заходим. Нет, мы ничего не обсуждаем, мы тебя ждем просто. Тебя ждем. А вот врать нехорошо. А вот нехорошо, да, мы тебя ждем. Тай-тай, спасибо, что догадалась, телепатически мысли уловила. А то. Чё, правда кошку кормил? Угу. Ну чё так долго-то? Чё, уже надо стрелять на миссию сегодняшнюю? Crossfire. Вика пришла. Рейбанская. Я вижу. Шутер игра отмыла. Но мне нравится. Бля, я играю.
Сейчас время. Ну, я так читал, когда в классе с шестом или седьмом, не помню. Так же. Ну так, я посмотрел, мне не понравилось, я не стал играть. Можно я вообще добавлю, чтобы он не кидал все в пули? Фул добав. Слезь, для дамаг. Я в метеор взлетел. И не кританула. Я не кританул метеор. Наконец-то я потратил только два бабла. Кто это черчение? Блин, у меня есть другой чар? Ясно. Круговой адрес ЧСВ. Да, Альвы, добро пожаловать. А у тебя сейчас сколько в наличии чешуек? 5. Ты про что, про какие чешуйки? Красного или черного? Черного, черного. 5. Успеть набиться? Не успел. А, успела. Хек. Теперь еще один вопрос. Нет, там у меня сгорели тупо 4, и хоп, удары, у меня их 6. На 2 пушки, или будешь делать одну, потом вторую? Странный когда вопрос. Когда ДМ наконец-то не против тебя играет. Смысл мне купить на вторую пуху, если я могу сразу меч сделать и уже начать точить его? А, вдруг потом меч его не будет. Да, эти потери получаются. 5 чешуек, нет, 4 чешуек. Это я хотел. А вдруг не выпадет меч? Ну, многие... У нас одного меча сразу. Немного будет, чтобы... Блин, ну алло. Чё на бит не дали? Ты меч выпадет на разбор этой чешуйки, как обычно. У меня такая удача хорошая, что я не думаю, что выпадет меч когда-нибудь. Давайте не будем делить шкуру Юпитер медведя. Выпадет хорошо, не выпадет. Лучше. Просто хотел ему предложить, чтобы он вначале собрал себе 2 пушки, а потом чешуйки для 2 пушек. Стоп. Пробежка на 6. Усан, Таня, готовьтесь. Бафы. Я подзабил пока. Томп. Жок. Я бы. А нет, пробежка. Лол, что-то он пошёлся. Хотя пусть стоит на месте. Пошли. Часы. Не, ну это уже сделано, ребят. Че, неужели я твой разбил? Вообще-то не должна была. Да нет, это я уже сервер костерю. Ага, сервер.
Можно я ему напишу команду? Чего, летаешь, Аркаш? Да нет, пока еще нет. А что? Ну, вот она что. Такой ущерб, бля. Кого твоего хохла можно взять? Да, конечно, я говорю после грифа, когда я увидел грифа, да. И сразу хотел. Не совсем мало. Нет. Ой-ой-ой. Типа, когда я увидел грифа, это Бог Крестов, а тут я с каким-то ДЦПшником. Слезь, нет, разлезь, да. Риф. Угу, ты еще опиздился. Да. Да, возможно. В пати ДЦПшников только остается, что деградировать. Сиди, сиди. Ты молодой, вернись. Нальчика нет. Прыжок. Очень красиво с ним. Бля, хп с ним. Хп с него. Портал. Они тут без креста раздамажат. Твоец сразу. Ну. Кидай. Осы. Это крест, да? Not bad, man. Not bad. От центра отходим. Бля, теперь дебаф не посливаешь. Ой. Саша, в дудошку. Целых 2 миллиона. Что делаю-то, понимаете? Не удалось. Ты видал, я первый тип пережил? Это конец, да? Нет, смысла нету большого. Предлагаете на палаче встать всем и пойти дальше? Ну, определяйтесь. Сегодня встаем, идем, либо завтра заходим снова. Не, ну я могу встать. Че, ребят, думаете вообще? Давайте лучше на завтра. Ну не идет сегодня. Не, я смотрю, да, просто его пати, по сути, настроение не такое, как вчера было боевое. Ну, честно, тоже заметил. Ну, вот это вот все заминки, потому что собирались прийти, опять кто-то не пришел, опять поиски кого-то, вот это, конечно, расстраивает. Кто-то опоздал. Да. Вот. Ну давайте на завтра.